Здравствуйте! Это итоговый выпуск нашей программы в студии Елена Макаренко. О самых заметных и важных новостях этой недели в ближайшие полчаса. Уходящая неделя выдалась довольно разношерстной на разного рода события. Не обошлось без происшествий. Доминантной, пожалуй, стала медицинская тема. Широко обсуждали в Барнауле проблемы экологии и одиноких животных. Подробнее обо всем этом далее. Откроем же выпуск информации о барнаульской школе, в которой третий день работают специалисты Роспотребнадзора, ведется эпидемиологическое расследование. По предварительной версии, диагнозы заболевших детей – гастроэнтерит, расстройство желудочно-кишечного тракта и ОРВИ. Диагноз отравления пока официально не подтвердили, но судя по перепискам в родительских чатах, заболевших симптомами отравления намного больше. Первые результаты проверок случившегося будут на следующей неделе. Мы продолжим следить за ходом проверок и развитием ситуации. Проблема сохранения здоровья прозвучала и в связи со Всемирным днем почки, который отмечают 11 марта. Для жителей нашего края этот вопрос весьма актуален. Зависимых от гемодиализа, регулярной процедуры по очищению крови в связи с хронической болезнью почек с каждым годом становится больше на 8-10%. Отделение гемодиализа краевой клинической больницы. Все места заполнены. Возраст тех, кому через день по 4 часа чистят кровь, а иначе нормально жить не получится, самый разный. Многие сюда ездят годами. Их не справляющиеся с нагрузкой почки заменяет искусственная. Вот такой аппарат. Пациенту забирается кровь, проходит через насосную часть аппарата, поступает в диализатор. Здесь вот проходит по капиллярам. Возвращается обратно пациенту. У Любови Бедаревой был перерыв. В свое время ее больную почку заменили на донорскую. Она и позволила 20 лет жить обычной жизнью, без диализа. Но в отделение пришлось вернуться. Такое бывает. И от многого вновь пришлось отказаться. Воды нельзя много пить. И, ну, конечно, и диету соблюдать, чтобы, как бы... Ну, пища должна быть более белковая. Это, то есть, мясо вот такое вот. Ну, а овощи и фрукты нужно постоянно себя контролировать, чтобы калий не повысился. Число людей, которые без диализа просто не смогут жить, год от года растет, причем во всем мире. В конце 20 века даже заговорили о пандемии хронической болезни почек. В крае ежегодно пациентов с таким диагнозом становится на 8-10% больше. В конце 19 года их было 717 человек, к концу 20 уже 767. И прогнозы медиков неутешительные. Причем это далеко не всегда врожденная аномалия органа. Спровоцировать болезнь могут сахарный диабет и гипертония, а еще пожилой возраст. Какие симптомы хронической болезни почек? Изменилось мочеиспускание, стал чаще мочиться ночью. Вот. Появляться стали отеки, значит, артериальное давление может повышаться, слабость, утомляемость. Проходите диспансеризацию, анализ мочи с патологическим осадком, уже нацелит врача-терапевта на неблагополучие, он дообследует этого пациента и пришлет к нефрологу. Гемодиализ необходим при крайнем проявлении хронической болезни почек. Как нам сегодня сказали, всем нуждающимся эта процедура доступна. В регионе сейчас 11 диализных центров. Но по сути это уже зависимость, без которой не прожить. По словам врачей, выход есть. Их даже несколько. Либо стоять в листе ожидания на донорский орган, либо следить за своим здоровьем. Ведь тихий убийца может годами не проявлять себя. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Почему прогрессирует хроническая болезнь почек? Можно ли ее избежать? Что для этого необходимо? Эти вопросы мы задали эксперту-нефрологу, кандидату медицинских наук Ярославе Яковец. Рост действительно наблюдается. Последнее время значительный рост, но он обусловлен несколькими вещами. Прежде всего, безусловно, хорошей диагностикой. То есть мы научились распознавать данное страдание, мы научились диагностировать его. И если терапевт грамотно распознает данное страдание, то, безусловно, начинает отправлять к узкому специалисту на консультацию, и уже этот диагноз выставляется. Вы сейчас сказали, и вчера я тоже слышала о том, что провоцирует хроническую болезнь почек – сахарный диабет и гипертония. А бывает ли такое, что гипертония, да, появляется от болезни почек? У человека может сначала начать повышаться давление. За счет этого страдает почка. Вот на данной картинке, в частности, это представлено, механизм этот. Начинает страдать почка. За счет этого развивается хроническая болезнь почек. Начинают разбалансироваться другие обменные процессы. Скакать сахар, изменяться липопротеиды, холестерин подниматься и так далее, и так далее.
возник круг. И от того, что почка пострадала, у него, естественно, одно из проявлений этого страдания будет повышение давления. Угу. То есть вся цепочка замкнулась. И у нас получился патологический круг. И в этом круге уже, по большому счету, очень сложно найти, где начало этого круга. Угу. То есть что было впервые. Задача нашей кафедры, она как раз и состоит, просветительская задача, чтобы донести до терапевтов, до первого звена, те параметры, которые он должен отследить в анамнезе пациента, в жизни пациента, то есть в болезнях пациента, в болезнях его родственников, которые могут привести на определенном этапе к появлению хронической болезни почек. И за счет этого, естественно, сделать грамотную профилактику. То есть все-таки ходить нужно к терапевту хотя бы раз в год-то, да, если ты не заболел? Вообще два раза в год. Весна, осень, два раза в год. И после всех ОРВИ. У нас это стандарт. То есть если мы читаем вот лекции, начитываем по хронической болезни почек или по воспалительным заболеваниям почек, там везде у нас в лекциях красной линией идет, что в течение 3 недель после перенесенного ОРВИ можно ожидать осложнений со стороны почек, а соответственно и необходимо появиться у врача и хотя бы для начала сдать анализы. На этой неделе исполнился ровно год с момента начала пандемии коронавируса в мире. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила о том, что COVID-19 принял повальный характер и распространился на всей планете. За этот год многое что изменилось, включая и наше отношение к вирусу, от истерии к принятию. Но мог ли Алтайский край выйти из коронавируса с меньшими потерями? И какие ключевые ошибки были сделаны властями, пыталась понять Ирина Корчагина. Дверь открыл, я сказала! От кабины дверь отошли. Открыл. Ты не имеешь права меня удерживать. Дверь открыл, животное! Я сказал, когда она дверь меня... Дверь открыл! Много больных пациентов, много... Вы поймите! Больных я ни одного не вижу. Я вижу перевозки. Мы в 7 утра сели и в 7 утра выпали вот из этой машины. Вот и все. Система действительно оказалась не готова. Это потерянное управление. Имеем ли мы моральное право подождать и пожертвовать здоровьем и жизнью еще какого-то количества наших земляков, дав министру доработать? Кто бы мог подумать тогда, в начале 2020 года, что это безумие с нами надолго. По оценке разных экспертов, пандемия могла закончиться еще летом прошлого года. И уж точно мало кто понимал, что осенью нас ждет сценарий европейских стран. Переполненные госпитали и морги, нехватка бригад скорой помощи и лекарств. Горбольница номер 5 – очень важное место в истории COVID-19 на Алтае. Здесь многое произошло впервые. 29 марта 2020 год. В Алтайском крае впервые выявляют коронавирус. Это была жительница Барнаула, которая вернулась из Доминиканской республики. Зараженную и ее мужа помещают в инфекционное отделение этой больницы. Тогда семья этой женщины подверглась жесткой критике и травле. Спустя почти месяц, 24 апреля, в этой же больнице умирает первый человек от коронавируса, первый в Алтайском крае. Эта новость взрывает информационное пространство. Многие понимают, что инфекция ближе, чем казалось, и она реально опасна. Мужчине было 57 лет, он страдал от почечной недостаточности, был на гемодиализе. Но, как потом показала жизнь, вирус начал забирать даже, казалось бы, абсолютно здоровых людей. И летальных исходов уже не один, а по 12, 13, 14 человек в день. К смерти от коронавируса все привыкли, она стала обыденностью. Это больше не вызывает панику. Люди все-таки существа, которые готовы и мириться со всем происходящим. Поэтому это был просто некий взрыв паники. А в дальнейшем мы видим, что все осталось на прежнем уровне, просто снизилось информационное давление. Опять же, коронавирус – это тот вирус, который с нами останется навсегда. Он теперь будет всегда и постоянно. Очень быстро контроль над инфекцией был потерян. Люди начали терять своих близких. Даже среди известных лиц – потери. Октябрь. На 56-м году жизни скончался человек-легенда, психолог Алексей Капранов. Первый телеведущий мужчина на Алтае – Сергей Марков. Директор государственного молодежного ансамбля песни и танца Алтая – Александр Березиков. Тогда же, в октябре, встала плановая медпомощь. Люди от бессилия вышли на митинг. Болячек куча. Сейчас только Бога молю, чтобы не прихватило сильно. Встаю утром и говорю спасибо Богу, что еще я сегодня живая. Проблемы в этой сфере были и ранее.
Просто долгое время не было такой тяжелой ситуации, которая смогла стать вот таким вот индикатором, показателем. Естественно, вся эта оптимизация, уменьшение количества медицинских учреждений в регионе и привела к этому. Жители края, которые продолжали хоронить своих близких в закрытых гробах, зачастую не могли понять логику властей. На глазах людей в здании посудоцентра чиновники решают открыть ковидный госпиталь и переобуваются в воздухе. Уже после начала работ власти вдруг понимают, что здание не подходит под красную зону. Из-за ковидных ограничений в крае загибается бизнес, но мы широко проводим День города со стрижами и концертами. Ковидная вечериночка. Отлично. Ровно через две недели после Дня города край накрывает всплеск заражений. В какой-то момент люди уже не могут даже пройти компьютерную томографию, сдать тест на коронавирус, вызвать скорую помощь. Часто проблемы людей начинают решаться только после вмешательства СМИ. В аптеках дефицит антибиотиков и противовирусных, потому что жители края уже не надеются на медпомощь и сметают все лекарства. Стоит ли их винить в этом? На самом деле хорошо, что этих препаратов нет в обычном доступе, потому что на сегодняшний день каждый, назначая сам себе серьезные препараты, наверное, больше бы навредил, нежели бы помог самому себе. Так и кварцуется. Так вот, завалено. Действия, которые проводились, то есть руководством Министерства здравоохранения Алтайского края, привели к такой тяжелой ситуации, они уже служат основанием для того, чтобы провести проверку на соответствие занимаемой должности и решать кадровый вопрос. Коронавирус застал весь мир врасплох, но возникает вопрос, почему спустя несколько месяцев пандемии мы так и не смогли подготовиться к убийственной волне коронавируса, которая прошлась по региону осенью. Вызов, когда природа бросает человека, то общество и власть всегда обращаются к кому? К ученым, к экспертам. А меня здесь потрясло, что это попало в политический переплет вначале. Вместо того, чтобы принимать решения и развертывать как-то это, собираться, советоваться, обсуждать с учеными и так далее, и каждый руководитель боится принять какое-то решение. Потому что они не знают, потому что завтра придет прокуратура, и на тебя наложат эти наручники. Система показала, что она в принципе встроенная в авторитарную вертикаль. Однако многие считают, что власть региона смогла выйти из осенней волны коронавируса без больших провалов. Да, мы иногда запаздывали. Но опять же, если сравнивать ситуацию Алтайского края там, с другими регионами, каких-то больших у нас, особенно управленческих, провалов не было. Не было такого, чтобы раз и вообще там не хватает там, на большое количество людей кислорода. Мы прошли осеннюю волну, не прибегая к экстренным случаям. Ведь всегда можно было развернуть, например, военный госпиталь, если все понимают, что крах, предел и будет хуже. Вот Алтайский край обошелся без такого. На сегодня в крае уже более 37 тысяч человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса. И это лишь начало, а пока расслабляться рано. Пока сезонность это не прошла. В этом-то вся и напряженность, и опасность ситуации. Традиционно сезон подъема заболеваемости или ОРВИ и гриппа отчитывается с ноября по апрель. Как это будет? Будет ли это наслоение на подъем заболеваемости гриппом? Будет ли это усиление сезонного подъема заболеваемости ОРВИ, вызванной вирусами негриппозного ряда, никто не скажет. И мы в этой ситуации правильнее должны быть готовы к наихудшему развитию варианта события. По разным данным, пандемия может покинуть нас только в 2022 году, но уже сейчас мы можем предсказывать события и даже управлять ими. Да и как показывает история, все эпидемии пандемии длились 2-3 года, поэтому все когда-то пройдет, и это тоже.
Пандемия коронавируса серьезным образом повлияла и на экономику Алтайского края. Особенно последствия ощутил на себе малый и средний бизнес региона. Какие ниши пострадали больше других, а для каких, возможно, кризис открыл новые возможности, мы спросили у председателя правления Алтайского союза предпринимателей Юрия Фрица. Спустя год с начала пандемии оцените ее влияние. Все-таки в большей степени это крах или новые возможности для малого и среднего бизнеса? Слово «крах», наверное, не совсем подходит. В общем-то, это такая пограничная территория. Хотя, как к вопросу относиться, для некоторых субъектов предпринимательской деятельности падение оборотов, допустим, в 20-30, а по некоторым видам деятельности мы видим и 50%, это фактически переход за точку безубыточности. То есть это ведение бизнеса в убыток себе. И, конечно, на длительном промежутке времени так продолжаться не может. Есть категории предпринимателей, таких, на мой взгляд, не очень много, которые выиграли от пандемии. Это те, кто работает в сфере там, здравоохранения, медицинского обслуживания, поставка медицинских препаратов, различных комплектующих для медицинских учреждений и так далее. Где-то выиграли те, кто работает в информационном бизнесе. Но подавляющее число предпринимателей все-таки, конечно, пострадало. Значит, ресторанный бизнес, бизнес общепита, культурно-массовых мероприятий, все, что с этим связано, те, конечно, совсем-совсем значит, в оборотах потеряли. Только сейчас они начинают восстанавливаться. Но даже те, казалось бы, сферы, которые традиционно востребованы, там, производство продуктов питания, поставка продуктов питания, розничная торговля продуктами питания. Но, тем не менее, и там сегодня наблюдается падение покупательского спроса. Для многих предпринимателей выходом в пандемию стал переход в онлайн-формат. Ну, по крайней мере, по России эта тенденция отслеживалась очень так четко. Алтайские предприниматели смогли в нее влиться? Вот удалось ли нам перестроиться глобально в этом смысле? По разговору с коллегами знаю, что некоторые эти онлайн-сервисы у себя применяют. Где-то на дистанционную работу перевели бухгалтерские, значит, сервисы, где-то менеджмент ушел на дистанционку. Вот. Но я бы не говорил, что для Алтайского края это какая-то панацея и такая массовая история. Все-таки мы более консервативные, более традиционные. Ну и не всегда онлайн-сервисы могут заменить живое человеческое общение и эффективность работы. Ну вот я производственник, у нас это вообще история как бы такая, не для нас, да, мы не можем дистанционно делать железобетонно на дому где-то. Может быть, для Москвы, с учетом их специфики такого расширенного сервиса, там, наличие головных офисов, крупных компаний и так далее, это более удобно. А у нас бизнес более мелкий, он требует всегда как бы живого присутствия руководителя и живого общения с сотрудниками. В прошлом году алтайский бизнес активно боролся за сохранение так называемой вмененки, да, налогового спецрежима, ЕНВД, иными словами. Этого не удалось, но краевые депутаты предложили своего рода альтернативу, это патентную систему. Вот скажите, стала ли эта альтернатива, ну, каким-то выходом из сложившейся ситуации? Для многих, в общем-то, это единственный способ сохранить себя как предпринимателя, действительно стало. Мы активно, Алтайский союз предпринимателей активно принимал участие в проработке предложений по совершенствованию патентной системы. Не все наши предложения нашли отражение в итоговом документе, но я приоткрою, как бы, наверное, не секрет, а поделюсь информацией о том, что работа по совершенствованию патентной системы продолжается. И мы рассчитываем, что на мартовской сессии будут определенные изменения в патентную систему внесены. Они не будут носить кардинальный характер, они затронут там грузоперевозки, пассажироперевозки, немного коснутся торговли, улучшат ситуацию в розничной торговле. Но не будет таких кардинальных изменений, которые бы хотелось бы нам. Но тем не менее, поступательное движение это идет. И, ну, может быть, месячная цифра, в Алтайском крае было уже, по-моему, 12 тысяч предпринимателей, которые получили патент. Вы сказали, что хотели бы кардинальных каких-то изменений, которых пока не добились, да, в этом вопросе. Можно чуть более подробно, что конкретно? Мы считаем, что получатели патента, круг получателей патента должен быть существенно расширен.
в том числе за счет предприятий производственного сектора. Сегодня для них дорога в патентную систему закрыта. Не все могут перейти на патент, потому что многие работают с НДСом, и там тогда возникает вопрос общей системы налогообложения. Но есть действительно небольшие предприниматели, производства, которые вполне могли бы воспользоваться этим режимом. И второй момент, на который мы хотели бы обратить внимание, это то, что у нас сохранилось увеличение стоимости патента в зависимости от числа наемных работников. Там не прямо пропорциональная зависимость, но тем не менее она существует. То есть с каждым новым принятым работником стоимость патента для предпринимателя возрастает. Мы считаем, что должна быть обратная зависимость. С каждым новым принятым работником стоимость патента должна падать. Потому что предприниматель берет на себя, помимо покупки патента, еще и социальные обязательства по уплате налогов с наемного работника. А они, в общем-то, в совокупности гораздо выше по году, чем стоимость патента. И вот, на наш взгляд, это тоже определенный сдерживающий момент для того, чтобы патентная система развивалась. Как долго еще предприниматели края будут восстанавливаться от пандемии, от ограничительных мер? Трудно предполагать, но я боюсь, что 2021 год будет для многих тяжелым достаточно. Тут еще же и связано это с тем, что повсеместно будут продолжаться внедряться системы Меркурий, онлайн-кассы. Затраты предпринимателей на обслуживание вот этих сервисов будут возрастать. Мы же не все Гарварды заканчивали, да далеко не все. И малому бизнесу трудно в одном лице быть экономистом, юристом, финансистом, значит, снабженцем и так далее. А вот малый бизнес, он на этом построен. И когда на него накладывают новые дополнительные функции, требующие определенных знаний, определенных умений, навыков и затрат, конечно, это, на наш взгляд, избыточно уже. А теперь к теме экологии, а точнее проблеме сохранения зеленых насаждений. На этой неделе в Барнауле ее обсуждали особенно широко. На круглом столе эксперты жарко дискутировали о вырубках в ленточных барах и создании зеленых уголков в городах. А во время «Урбан-хаба» нового формата обсуждения на площадке, призванной объединить ученых и застройщиков, говорили о грамотном подходе к сохранению и восстановлению зеленого каркаса Барнаула. Что предлагают ученые и практики, расскажет Анастасия Дороган. Спасите деревья, а с ними и нас тоже. Тема экологии на этой неделе стала чуть ли не главной для Барнаула. Правда, кроме заинтересованных лиц, это мало кто заметил. Первое, на что обратили внимание общественники и делают это уже давно – спасение ленточных баров края. Существенная часть их территорий особо охраняема. На их площадях находится 10 государственных заказников. И принадлежат они зачастую частникам, которые ведут вырубку. Это и возмущает участников обсуждения. И они предлагают решение проблемы. Выделение зон особой охраны. По каждому заказнику порядка 30% территории мы выделяем. В настоящее время по 7 из 10 заказников такие решения приняты. Я уже упомянул про эту матрешку. Ценные леса, ленточные бары, внутри в них заказники. Внутри этих заказников мы выделяем только зону особой охраны, ядро, 30%. То есть понимаете, что там остается для дикой природы? Для тех же редких видов птиц, для редких растений. Так вот, еще и эти 30% внутри заказника, арендаторы говорят, что у них рухнет вся экономика, если они будут выведены из активного хозяйственного использования, из заготовки древесины. Собственно, главный посыл предложения, чтобы древесину в этих зонах охраны не вырубали в коммерческих целях. И сейчас Минприроде нужно просчитать, насколько убыточным для лесозаготовителей станет невозможность вести вырубку на 30% территории. Кстати, проблема вырубок не единственная. Эксперты говорят, что ленточный бор загажен сливами осенизаторов, медицинскими отходами, строительным мусором. На мусор в редких зеленых зонах жалуются и жители Барнаула. А еще на вырубку деревьев для застройки и в целом на превращение городов в каменные джунгли. Об этом же рассуждали и участники нового для Барнаула формата «Урбан-хаб». Добрый день, дорогие друзья.
Со стороны этой беседы, но все происходящее снимается на видео, чтобы потом программу посмотрели все желающие. Охват аудитории в этом конкретном случае очень важен. По задумке организаторов, принимать участие в решениях и предложениях, что касается будущего Барнаула, должны его жители. Участники подобного общения будут говорить про градостроительство в гармонии с экологией, а в общем про урбанистику. Первую встречу посвятили зеленому каркасу Барнаула. Разговаривая с представителями других городов, мне говорят, что да что вы, в общем-то у вас-то все хорошо в Барнауле. Вы сравните с Новосибирском. С другой стороны, разговаривая с горожанами, люди говорят о том, что они сравнивают настоящий Барнаул с предыдущим. И люди говорят, что город существенно обеднел в растительности и в озеленении города. Архитектор Андрей Таджанов наглядно показал, как обеднел Барнаул в плане озеленения. Парка 50-летия СССР на пересечении Павловского тракта Малахова уже нет. Юбилейный сократился в два раза, и это происходит с каждым парком. Самое интересное, что фактор зеленых насаждений напрямую влияет на нас с вами, на наше психическое здоровье. И если не рассуждать об экономике, вы не задумывались, почему в последние годы люди стали нервознее и депрессивнее? Ученые считают, что в том числе из-за отсутствия зелени вокруг деревьев и кустарников. Раздражающих факторов слишком много. От чувства одиночества, от сенсорного шума, от ядрогенности информационной городской среды до каких-то более специфических моментов. Ну, допустим, там, я не знаю, освещение, там, продолжительность дня, климатические условия. Участники подобного общения рассказывают о проблеме и готовы предложить решения, которые даже могут изменить генплан. И нужно бы, к примеру, чтобы запланировать, наконец, документально большой парк в новых районах. Или увеличить количество аллей. Или просчитать изменения жизни всего квартала, исходя из точечной застройки высотки. В общем, поговорить будет о чем. Организаторы планируют в перспективе к обсуждению проблем подключать и жителей города. А вот когда будут подключать общественность к обсуждению зеленых проблем? Способен ли всесторонний взгляд привести к правильным принципам застройки города? Ответы на эти вопросы нам дала барнаульский урбанист Инга Ретивых. Урбанистика в центр внимания ставит человека, и необходимо создать комфортную городскую среду для всех людей, которые живут в городе. И необходимо согласовать со всеми экспертами, специалистами, каким образом это лучше сделать, как будет наиболее правильно и наиболее комфортно для человека. То есть по факту вы будете заниматься, ну, чуть ли не планированием генплана? Для наших дискуссий это громко звучит, планирование генплана, но какие-то рекомендации, и для этого мы можем здесь, конечно, выработать. Потому что в рамках дискуссии рождаются новые направления исследований, новые мысли приходят, и что именно нужно сделать в новом генплане. Вы сказали, что это общественное мнение на урбанистику, а жители когда-то смогут участвовать в вашем обсуждении? Жители, на самом деле, вы знаете, мы проводили исследования, как я уже сказала, восприятия города горожанами, и жители высказывали свое мнение. Центр урбанистики приводил исследования относительно также восприятие города горожанами и жизни в городе. Здесь тоже есть свои исследования. И горожане также могут участвовать. Ну, я думаю, мы подумаем о формат, какой это должен быть. Может быть, и онлайн-формат тоже. И остается злободневная тема бродячих собак в крае. Сообщения о нападении агрессивными животными на людей, в том числе детей, в последнее время звучат регулярно. При этом приютов для четвероногих не хватает, их финансирование недостаточное, а люди, готовые брать на содержание одиноких животных, тоже сталкиваются с определенными сложностями. Эксперты подчеркивают, нет системного подхода к решению вопроса. Об этом подробнее далее. Он родился в садоводстве от бродячей собаки. Целая стая там была. Ну вот всех пристроили, а он самым большим был, я так поняла, в помете. И его никак не могли.
Анна сжалилась над псом, и вот уже 4 года серый не бродячий, а домашний. Впрочем, как и другие 16 питомцев. Пес Павлуша замерзал на автозаправке. Филю выбросили хозяева. Животным со сложной судьбой Анна находит приют. Все происходит само собой. Вот только соседи Анны такому количеству спасенных псов не рады. Прокурор требует, чтобы всех собак я вывезла за собственный счет со своего участка. Там почистила, убрала за ними. Значит, чтобы участок был пуст и идеально чист. Но вывезти-то их куда? Их некуда вывозить. В поля? То есть куда я их отдам? Кому? И были бы желающие, я бы с удовольствием. Но не берут люди собак. Ну, наверное, жизнь такая у нас собачья. Вечером невозможно ходить. А ни вечером, ни днем невозможно. В Бийске собака напала на ученика прямо на территории школы. Ребенок сопротивлялся. А эти кадры из Камня на Оби. Жители города бьют тревогу уже не первый год. Был случай, разодрали просто в клочья кота. Ну, на кота напали и просто, ну, порвали кота. И, видимо, одна собака гулялась, и вот эта стая набросилась на собачку маленькую. И аналогично практически в центре города ее просто растерзали. Проблема эта давняя. Местные предприниматели не спешат создавать приюты для бездомных собак. Однако недавно Каменскому району на это выделили деньги – 370 тысяч. Правда, на эту сумму предприниматель сможет стерилизовать всего несколько десятков собак. В Барнауле бездомных собак на улице больше. И борется с такой армией подчас один приют – «Ласка». В этом году приют выиграл грант. Общественная организация получила больше 4 миллионов рублей. Она взяла на себя определенные обязательства, не менее 580, по-моему, особей. Они должны отловить, чипировать, стерилизовать и, к сожалению, значит, выпустить обратно. Но этих денег недостаточно, считают депутаты Гордумы. И до тех пор, пока не будет выстроена нормальная система работы по определению судьбы бродячих животных, подчеркивают эксперты, они не перестанут быть угрозой для людей. Хороший пример в этом плане – Чехия. Там собакам встраивают чипы, по которым можно установить владельца. Если такового нет, хозяин не объявляется, скиталец остается в бюджетном приюте городской полиции. А что касается Анны, то по правилам хвостатые не должны покидать пределы хозяйского участка. А псы женщины свободно гуляют, посадить их в вольер или на цепь сложно. Так одного из четвероногих женщина не может даже погладить. Анна уверена, что суд она проиграет, и ее заставят вывести собак в никуда. Женщина надеется, что к этому времени найдет средства на переезд, чтобы больше никого не тревожить. Куда-то в сторонку, чтобы никому не мешать, ну, в принципе, дать им дожить свою жизнь в семье. Илья Кочетков, «День с толком». И в завершении выпуска к новостям культуры. Алтайский музыкальный театр на этой неделе покорил москвичей. Барнаульские артисты представили взыскательной столичной публике спектакль «Капитанская дочка». Как прошла премьера и что думают сами артисты о таком успехе, расскажем далее. Артист Алтайского государственного музыкального театра прибыл на гастроли в Москву. Такого в истории Алтайского мустеатра еще не было. Артисты в Москве. Мустеатр впервые номинирован на престижную премию «Золотая маска» и сразу в 10 номинациях. Включите, пожалуйста, можно я попою для истории? Да нет, я капельно просто. Ну что же, други? Сцена Большого театра. О чем еще могут мечтать артисты? Именно здесь барнаульцы представили свою интерпретацию «Капитанской дочки», где главный персонаж – лихо, стихия, которая закручивает и самого Пугачева. Сначала возникли стихи. Карен написал замечательные стихи. То есть это было, в общем, полуготовое либретто, но с весьма-весьма готовыми текстами. Я никогда не работал с оркестром, никогда не работал над большими произведениями, где нужно не просто как бы играть, а нужно петь и играть одновременно. Половину зрителей слушали, половину смотрели. Тему лихо выражали пластикой. Оригинальные задумка, исполнение и воплощение. Я думаю, что это одна из вообще точек так, прочтения этого материала. А почему бы и нет? Потому что, например, образ Пугачева, мне кажется, что в литературе он не до конца еще раскрыт. И то, что мы сегодня сделали его таким более многогранным, этот образ, и в финале нам уже даже этого персонажа, то есть мы ему уже сопереживаем.
Авторы стремились к нелитературному цитированию. Увидеть алтайскую капитанскую дочку пришел полный зал Большого. Восторг, голоса классные, постановка танца классная. Мне кажется, очень смело, очень раскрепощенно, прекрасные голоса. Солидарно ли со зрителями жюри узнаем в апреле. Именно тогда «Золотые маски» разъедутся по регионам-победителям. Анастасия Драган, «День с толком». А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.